Ну, а мы традиционно переходим к статистике, которая говорит о потерях врага с момента начала полномасштабного вторжения. 400-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 172 900 человек. И это приблизительная оценка, реальные данные гораздо выше. Также в списке 526 реактивных систем залпового огня, а также 2671 артиллерийская система врага. Идем далее. За это время уничтожено 291 вражеский вертолет, 306 вражеских самолетов, 2239 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет в количестве 911 единиц. Жест доброй воли совершили 278 средств ПВО, 291 единица специальной техники и 5518 автомобилей врага. А еще 6974 боевые бронированные машины и 3610 танков оккупантов. Отрицательное всплытие за это время совершили 18 кораблей и катеров. Противостояние российской оккупации продолжается. Слава Украине!